Тайный патруль в общественном транспорте. С начала этого года в Кирове произошло 12 аварий по вине водителей автобусов и троллейбусов. В связи с этим сегодня в Кирове стартовала акция «Автобус». Проводят ее сотрудники ГИБДД. На протяжении 2 недель они будут усиленно следить за тем, как соблюдают правила дорожного движения водители общественного транспорта. А помогут им в этом тайные пассажиры. Кто это такие, знает Екатерина Зубарева. Общественным транспортом Тарас Бешкарев пользуется ежедневно. Но не всегда воспоминания о поездках в автобусах или троллейбусах приятные, рассказывает молодой человек. Зачастую водители нарушают правила дорожного движения. Именно поэтому Тарас согласился стать тайным пассажиром, то есть фиксировать нарушения на камеру. Недобросовестный водитель попался в первом же автобусе. А он уставился по дороге в планшет. Он отвлекся от дороги на некоторое время. За это время могла произойти ДТП. Вот опять вот на планшет, вот видите, отвлекся и поехал. Вот мы начали движение, и он отвлекся на планшет. Вот. Тайные пассажиры в нашем городе существуют уже давно. В основном это волонтеры и сотрудники добровольных дружин, рассказали в ГИБДД. Но если раньше они доставали камеры раз в 2 недели, то в ближайшие 10 дней будут делать это постоянно. Усиленно следить за водителями автобусов и троллейбусов будут и дорожные полицейские. Все потому, что количество аварий с участием общественного транспорта постоянно растет. Все это считают полицейские из-за того, что водители не соблюдают элементарные правила безопасности. Во время движения водители разговаривают по телефону, не используют ремни безопасности, проезжают на запрещающие сигналы светофора, а также игнорируют, не включают указатели поворота при подъезде к остановке общественного транспорта, а также во время отъезда от него. После того, как тайные пассажиры засняли нарушение на видео, запись они передают в ГИБДД. И там уже разыскивают провинившегося водителя и выписывают ему штраф. Екатерина Зубарева, Антон Мамаев, Бюро новостей Дайвича.